Токсичность на мне выпустить. Что? Мне нужны автобусные маршруты. А я тебе сделал. А ты что сделал? Иди сюда. Что я сделал? Нормально. Что ты опять будешь орать? Мне просто похуй. Мне и так грустно. Я хочу сброситься с крыши. Я хочу сброситься с крыши. Мне нужны автобусы. После общения с тобой я хочу сброситься с крыши. Мне очень грустно стало. Давай. Мне было нормально днем. Давай. Потом ты пришла, меня токсичность свою выплеснула. Давай, иди сюда. Не жало меня. Такие, которые мне нужны. Мне нужны автобусные маршруты. Какой тебе маршрут? Дай покажи. Так. Ну, Саш, ну это опять Красноярск. Давай. Железногорск. Железногорске мне нужно. Сейчас посмотрим. Город вот сейчас. Железногорск вот. Просто выбираешь в настройках. Вот маршрут. Тебе что, нужно маршрут или что? Да. Или, ну, нужен автобус. А, сейчас Железногорск. Вот. Ну вот, это Железногорск я поставил тебе. Да. Так, Красноярск, она на Казбек. Ну что, войти? Ну заходи. Вводи свои данные, как тогда. Так я же здесь уже есть пароль какой-то. Ну значит, я не знаю, какой у тебя пароль. Правильно, вводи там. Саша, ну я же вводила его. Ну вводи. Слышали? Пережила своего супруга на 20 лет. Какая-то советская актриса. Конечно. Мы умираем в 50 лет. 60 лет, в 50 лет. Они живут. Вы живете да долго, да счастливо. Да. Недолго мне осталось ковылять. Кошмар какой. Хоть закрывай дверь. Она просто кровь пьет. Мне стало так грустно, когда она пришла. Лил Пипа, наоборот, когда маму, ему было грустно, он звонил маме, и ему становилось легче. И он это говорил. А у меня наоборот. Да, там комары сейчас налетят. Кошмар вообще. Все очень грустно. В России, короче, все очень плохо в этом плане. Знаком с девушками, это не только я. Какие девушки принесли? Озрел, короче. Просто улягусь, усну просто. Сейчас выпью транквилизатор, потому что она... Благодаря моей маме мне приходится жить на таблетках. Ну, еще благодаря... Кто меня избил там и уничтожили пейзажи.
каждый день на тебя орут. Токсичность. Короче, слушай, больше ничего мне не зови, не ори на меня. Я не знаю тоже, не знаю я все. Тот, на кого... Ну, не тот, кто на кого ты унижаешь в пол, втаптываешь в пол каждый раз. Ты разговариваешь со мной так же, как с тобой твоя мать разговаривает. Передается это. Рабство передается, вот это вот. Токсичность передается, вместо того, чтобы прекратить. Были бы у меня дети, я бы разговаривал с ними нормально. Я не знаю, как восстановить его, все. Я ложусь спать. Я не знаю, что делать там. Ты сейчас будешь орать на меня, будешь для меня дергать, вырывать. Ты не можешь же. Ты же по-человечески не можешь. Что, пожалуйста, ты можешь по-человечески хоть? Ты не можешь, не способна вести себя. Пожалуйста. Ты будешь сейчас врывать у меня там все это. Посмотрите. Не получается. Как я тебе помогу, если ты ничего не можешь? А, нормально вообще относиться. Я ввела путь дальше, не могу дальше пройти. Все сделал. А восстанавливать. Дальше? Пишу и новый пароль придумывай. Придумай себе новый пароль там. Подтверди. Повтори, и будет с тебе аккаунт. Все. И все. И все. И зайдешь, будет аккаунт. Да все тебе будет там. Ну нет, нет. Ну нет пока. Ничего не получается опять. Короче, давай я сам снова. Просто неправильно вела, я сейчас сам веду. Вот я не знаю, что-то выбирай. Хорошо, сейчас. А какую сделать поломку, не скажешь? Когда надо будет, скажу. Если надо будет вести там. Все, я спать ложусь, мне грустно вообще. Смертельная грусть. Капец. Что-то грустно, реально, я хочу. Напьюсь таблеток, блин.
просто бессмысленное существование в одиночной камере. Что тут есть? Флоксетин. Бесконечно флоксетин. Тиролизин скоро закончится. Флоксетин. Только флоксетин есть, все. Приму еще этого таракса. Я ничего от вас не скрываю, вот таракс. Который еще в конце 2014 или в каком даже продавался без рецепта. А сейчас все по рецепту. Закрутили гайки. Как раз когда начался кризис, вместо того, чтобы... Короче, начинается тоталитарное государство. Все больше. Грустно и одиноко. Понимаешь, что никогда ничего не изменится. Что бы ты ни делал. Все. Может прекратить мне это все. Ну, я не призываю никого. Просто доел эти яблоки, чтобы они не пропали с компота. Это все. Все. Все бессмысленно. Я буду спать. Я ложусь спать, все. Я ложусь спать, все. Ничего не надо мне больше там. Ни кричать, ни говорить. Что закрою дверь вообще. Просто душно будет. До новых встреч в небытие. Все мы там будем. Грустно мне стало. Единственное, с кем я вот общался, с мамой, она орала на меня. Там. Психованная пришла с работы. Ну, она просто истеричка. Ну, как бы истеричка, это нормально. И мне плохо от этого. Сейчас она будет меня дергать по мелочи, как бы, ну, как вампир. Так всегда бывало. Не туда пылинку поставил, не туда эту поставил, ложку поставил не туда или еще какую-нибудь фигню. И орёт там, как Гитлер. Гитлер... Даже Гитлер, наверное, не раздражался по каждой мелочи, как она или как ее мама. Ой. Да. Моя мама сумасшедшая, бабушка сумасшедшая, моя мама и я. И мне передалось это все. Вот и все. Вырос я мудаком.
здесь, наверное, как холодно. Пробую сейчас поставить комаров. На улице холодно, когда комары летают. Да, давай, начинай истерично. Нет, истерично дергать меня, начинай. Помнишь, давай, начинай него? Истерично дергать. Слышишь? Меня. Когда я сказал, что я ложусь спать, заходить в мою комнату, дергать меня по мелочам, что я что-то не туда положил. Шпинат. Просто я сказал, я ложусь спать и все. Ты будешь есть шпинат? Какой шпинат? Я ложусь спать, ты понимаешь? Ну да. Ты помнишь, что его садил специально для того, чтобы улучшить свое зрение? Да. Будешь есть? Я привезла из сада его. Я сказал тебе несколько раз, что я ложусь спать, все, хватит. Саша? Все. Убери вот эту вот штуку, пожалуйста. Давай. Ну, закрой окно. Пей кровь мою. Я закрыл дверь специально, чтобы полегче было. Давай 10 раз, по 100 раз. Давай посчитаем 100 раз. Отапливать. Давай, начинай, давай. Больше агрессии, больше истерики. Саша. Больше бесит. Значит больше. Так, если тебе. Давай милицию вызови. Нет, если тебе не нравится так, значит иди в свою комнату, квартиру и там. Давай больше всего. Живи там. Я отключаю камин, забираю его. Я лучше спать буду в холоде, чем с тобой. Зачем мы обогреваем улицу? Скажи, пожалуйста. Забирай, короче, я закрываю двери. Тебе жарко здесь? Иди к себе. И там живи у тебя. Забирай себе. Там холодно. Понимаешь, человеческий язык, что я не ложусь спать, не надо мне дергать. Сколько еще раз ты зайдешь ко мне в комнату по каждой мелочи? Давай сразу, чтобы знать. Я не буду заходить. Не будешь заходить? Только ты, пожалуйста, не включай обогрев, если тебе жарко. А если ты открываешь окно... Я его не включаю, я его отключил, все. Так сначала ты, извини, весь вечер грелись мы, а теперь тебе жарко стало. Мне не стало жарко, я просто хочу закрыть дверь, чтобы не мешает, чтобы ты мне не мешала, блин. Ну, потому что мешала, ты будешь постоянно ходить и мне говорить, орать на меня. Иди туда. Да там холодно очень. Иди туда, иди туда, там холодно, иди туда, если тебе там тепло. А что ты сама туда не сходишь? Тепло или холодно? Холодно мне надо, я вот буду сейчас в холоде спать, благодаря. Ну ты все равно будешь открывать мою дверь, всякую, по всякой фигне мне докапываться, пить кровь мою. Да, тебе нравится это? Мне вот после общения с тобой, у меня суицидальные мысли, депрессия началась после общения с тобой, блин. Мне было нормально, пришла ты, я тебе помог с телефоном, вместо этого ты, как бы, теперь я хочу сброситься с крыши дома. Спасибо тебе, короче, спасибо. У меня нет ничего своего. Все, ничего своего нету вообще. Да просто я сброшусь, сдохну, и не будет вообще. Не плачь тогда. Не надо гроб там покупать мне. Просто бросьте меня куда-нибудь. И все. Когда я сдохну, не надо
плакать. И не надо гроб мне покупать. Когда я сдохну, не покупайте мне гроб. Я спрыгну с крыши. Залезу наверх на крышу и спрыгну. И сдохну. И просто закопайте меня где-нибудь. Просто закопайте меня, не тратите деньги на гроб, на этот бизнес. Не кормите этот бизнес. Понимаешь? Больше некому тебе будет вампирить. Что же, могу. Постоянно. Кфес. Тебе плохо. Она издевается постоянно. И вообще просто... Я ложусь спать. Сейчас будет докапываться до меня. Будет. А потом вызовет милицию. А потом вызовет милицию. И я ей скажу, что я на нее там ру. Что якобы я на нее там. Меня просто увезут. Ну вот и все. Вот вся. Вот все СНГ в одном предложении. Так поступали с моим дедом, поступали с моим отцом. И так поступит со мной. Давай, давай. Может, мне лучше сразу сдохнуть, чем все это терпеть бесконечно. Постоянно одно и то же повторяется. Бесконечно. Из-за тебя вот так же вот, ну, мать там воспитывает и бабушка, и вампирит тебя, то приезжай ко мне и живи со мной. Лучше вместе будем жить. Мы не будем друг друга вампирить, не будем друг друга доставать. По-нормальному будем общаться или вообще будем молчать. Приезжаю ко мне там на квартире, и там правда плохо, что сверху топает ребенок. Громко бывает, но это не важно. Вот тебе обращение к людям. Из-за тебя тоже плохо. Приезжай ко мне, я Александр Алёнин. Это обращение к тебе.